основной эволюционный процесс, естественный отбор, вышел за рамки своего понимания. А изменил его, конечно же, Стас Шуринс, молодой и харизматичный артист, а также ведущий нашего канала. В одном из столичных клубов певец презентовал свой новый альбом под названием «Естественный отбор». Стас Шуринс презентував новий альбом на першому сольному концерті у Києві. Молодий і талановитий співак, композитор та автор пісень філософськи порівнює своє життя з книгою. Дебютний альбом «Раунд 1» 2012 року нарікає передмовою. А ось другу платівку із назвою «Естественний отбор» вважає істинно першою та не переховує захоплення. Сам диск, он виповнен, знаєте, в такому стилі, ну, под вініл, да? Ну, без прожилок, но он черного цвета, с красной серединой, там Стас Шуринс, логотип. Ну, то есть, знаете, я не думал, что я испытаю какой-то такой непонятный восторг от того, что буду держать в руках этот диск. У клубі «Бетон» зібралися прихильники Стаса, найкращі друзі артиста та зіркові колеги. Я знаю, что Стас вырос очень сильно, вырос в авторстве в своем. Это сказалось на втором альбоме. Вот ты с ним дружишь, а ты знаешь, что у него дома живет два необычных животных? Да. Два необычных животных? Да. Вы про те улитки или про те... Терра и Диего, это которые бегают, и улитки здорові, которые могут мне закрыть лицо. Кохана дівчина у минулому Еріка також прийшла на концерт до Шуринса. Які стосунки зараз у них зі Стасом, не коментує. Я не комментирую этот вопрос. Мне друзья, безусловно, потому что друзья – это люди, которые там созваниваются, делятся всем-всем-всем, но мы остались приятелями, скажем, да? У нас остались хорошие отношения достаточно, когда, например, я могу спокойно позвонить без вот этого, знаете, какого-то напряга и сказать: «Эрика, приходи на мой концерт, у меня будет, ну, пожалуйста». И при этом она отвечает: «Да, вообще хорошо». В интервью Эрика розповіла про фото, які останнім часом з'являються в її інстаграмі, то в образі розкутої білявки, то чорниці. Блондинка – это парик, это образ из моего нового клипа, который буквально через недели две, даже меньше, может быть, уже будет на экранах. Останніми новинами поділилася і Ірина Федишин, львівська красуня, відома виконанням народних колядок. Зараз відзняла новий кліп на пісню «Долоньки». Це мій авторський трек, який я написала сама. Зараз, власне, кліп стартує на музичних каналах. Дякую також за підтримку каналу «Music Box». Тісна співпраця також пов'язує Стаса Шуринса з телеканалом «Music Box». Глядачі можуть щодня побачити його в ролі ведучого музичних новин. Я в восторгі, якщо чесно. Я чувствую себе, знаєте, такий глас народу. І так, дорогі друзі, зараз я вам розкажу все, що відбувається в світі шоу-бізнесу, тому що я знаю. Під час свого сольного концерту Стас виконав відомі хіти, улюблені ним композиції та нову пісню «Пока ти со мной», на яку днями презентував кліп. Пока ти со мной, і если дыхание ноль. Вот этот трек, который сейчас вы слышите, «Пока ты со мной», он написал самостоятельно. И когда я первый раз слушал, я не верил, что это он написал. Я думал, что это написал какой-то мужчина лет 50, который уже прожил полжизни. А нет, это написал Стас Шуринс. И я, честно скажу, искренне я плакал. У Стаса невероятно красивые тексты. Невероятно. Я делаю низкий поклон, Стас. Пока ты сам...